Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1351. События дня. Притча 29.19. Словами не научится раб, потому что хотя он понимает их, но не слушается. За 28 августа 2019 года помещаем обращение. Считайте, курсором останавливайте. Может, еще что-то у нас писать можно было. События дня. Как всегда, подъем 4:40. Мне приходится в час или в два подниматься. Ответы дать по интернету. Почта большая. Потом литургия была. Успение Божией Матери. Домой позавтракали и сети первый раз поставили на Камогорихе, лагерный пруд. И невиданный улов. В этот день разрешается рыбу. Мясо не разрешается, не молочное, а рыбу. Помолились, и рыбы никогда столько не видели. Большие, самые большие караси, 194 карася, ванна полная. Ну и по деревне поехали, по 25. Четырем дали, уже 100 ушло. Ну а другим поменьше, кто один живет. Так вот благословенно это пошло. А еще утром успел сходить к Андрею Устинову на своей маленькой грузовой машине с Солбушки отвезти к загону коровьему, которые ошкурили 14. А потом уже один пришел, тяжелый, тяжелый для меня. Но все равно волоком растащил, где ставить. Воскресный день, так это. Ну, потом вечером на малину съездили. Остатки малины, колхозный бывший сад. Володя с Сергеем Пупковым остались там. Новый зерносклад, горох некуда сыпать, и нужно там из него убрать, он уже покрытый. Ну, в общем, пришел пешком один домой. Вот это событие дня. И радостное, все это в труде, благословенно. День прошел. Я настаивал на том, чтобы
бредень завести, хотя бы один раз с краешку, чуть-чуть, просто вытянуть ее, а потом завернуть. Никого нету. Ну, попробовали, ничего нету. Ну, что там, хлюпает, не движется. Трое. Двое в лодке, я на берегу, один. Надо веревку тянуть. И... сам бредень спускать. А там еще кол оказался неубранный, в воде засыпился. Ну, тут. Но все равно одолели. Вот наши ресурсы. Вчера сам первый раз за эти месяцы закачал вот это Златоуста. А вот просьба о помощи. Барабаш Игорь с семьей. Сейчас еще раз обновлю. Вот. Уже 8823 просмотра. Вот для нас эта сумма.